Чтобы пляжи Анапы были чистыми и красивыми, городские службы прикладывают немало труда. В сезон, когда идет наплыв отдыхающих, с пляжей ежедневно вывозится до 25 тонн бытового мусора. Уборка идет не просто каждый день, а каждый час. Группа наших сотрудников в количестве 10 человек убирает 4 километра территории. Это пляж Витязева, непосредственно наша территория 4 километра. Муниципальный пляж 750 метров. Значит, люди разбиваются по секторам и каждый час двигаются от территории к территории, убирая каждый свой сектор. Массовые выбросы мусора, которые фиксируют в районе центрального пляжа и Витязева, не просто неприятный сюрприз. Это настоящая беда для тех, кто каждый день выходит на уборку пляжей. То, что мы собираем, это все иностранная продукция. Турция, ну, что-то болгарское, там, ну, то, что с моря, это все в воде и очень много. Например? Тюбики от зубной пасты, флаконы от шампуня, пакеты, ведра малярные, там, с какой-то строительной водоэмульсионкой, там, вот такое вот все. На субботнем совещании глава Анапы поднял этот вопрос и дал поручение документировать каждый подобный факт. Это стоят на рейде, либо подходят. И вот он идет 20 дней, 30 дней в рейсе, все, что они съели там, они должны утилизировать за деньги, здесь за небольшие, у себя в порту за большие деньги, они выбрасывают в море. Проблему надо решать при содействии транспортной и природоохранной прокуратуры, подчеркнул Сергей Сергеев.